Собрались с друзьями на рыбалку. Только начали подъезжать к месту. И посмотрите, что творится. Это открой, жесть. Открой дверь, град сантиметра по два. Вот такие вот градины, ребята. Это жесть. Это жесть. Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Приехали сегодня половить рыбку вечером после работы. Попали в жестокий град. Сзади, если видно, такая облачность. Там идет ливень, гроза. Но я надеюсь, мы ее уже прошли. И сейчас приехали на мои любимые места половить рыбку. Будем пробовать ловить щуку. Вон с ребятами приехали, раскладываемся. Вдали все гремит. Ну а мы не унываем и приступаем к рыбалке. Погода, парня, жесть. А мы ловим рыбку любой ценой. И в дождь, и в грязь, и в град. Кидаем пока минут 20. Сегодня у меня два комплекта. Дайя Хипа 2.10 с тестом 7.28 под твичинг. И взял Дайя Нилос 1.11 грамм. Более под мелкие приманки. Но пока что ничего ни у кого не работает. Только что прошел сильный град, ливень. Кидаем, пробуем. Может быть, что-то и расклюется. Видите, гроза сверкает. А мы не унываем. Обкидываем сейчас пока что речушку. Потом, если дождя не будет, и гроза уйдет в сторону, пойдем ловить на заводе. Здесь глубина около 8 метров, а на заводях все-таки 2,5-3. Шанс поднять щуку больше. Рыбка гуляет. Всплески есть, удары есть. Щука бьет. Пока что у нас ни одного удара даже не было. У Санки поклевка. Ну, карандаш, наверное. Совсем. Карандашик? Наверное, да. Ну, поклевка. Щучка, да. Ага. Ага. Ну да, это даже, не карандашик. Ой, стой. Это убийца всех щук. Ой, стой, стой. На первый джиговый. Сразу с первого заброса. Импакт. Ну да, первая основанная. Ну да. Ну, Макс, сыну покажем побольше. Пусть растет. Это даже... Ну да. Надо быстрее ловить, пока не стемнело, да? Я не могу понять, почему ее сохнет, там от фрикционного. Есть, есть, есть. Маша, не спеши, не спеши. Саш, помоги. Моя первая щука получается. Если поймаем. Поймаем. Если Санька достанет, я снимаю. Ты давай интервью. О! Давай, Макс. Мужики, лайкос. Ты хотел щуку. Моя первая. Первая щука у Максима. Небольшая, небольшая. Вот. Санька показал только основу джига. Вот это классно. Это классно. Скажи в камеру, поделись подписчиками. И тут берегу сразу. О, вот какая. Блин, какая щучка. Это классная щучка. Ох ты, ёж. Блин, а обидно, ребята, я забыл без мен дома. Да, вот такая вот. Так
так аккуратно, ребят. Малютка первая. Были. Нормально. Грамм 500 есть точно. Да? Да, ну вот побольше, Санька. Это грамм... моему сыну, Максиму, он хотел, вот ему, пожалуйста. Ну это уже, да, это уже зачетное ощущение. Грамм 700 даже, я тебе скажу. Это зачетное. Так, ребята, наверное, это что там? Вот Максим словил первую свою щучку, делится впечатлениями. Обидно, что быстро собирались сегодня перед грозой и забыл просто взять безмен. Конечно, обидно. Ну, главное, рыбка поклевывает. Было несколько ударов. Главное, что еще есть пока немножко времени половить, пока не стемнеет. Попробую аваруну покидать. Такой рассветочки. Посмотрим. Ветер поднимается, уже темнеет. Скоро будем заканчивать уже рыбалку. Конечно, обидно. Поздно выбрались. Еще и дожди с грозами. Толком даже не успели пройтись по заводям. Ничего, рыбку ребята словили, щуку в руках подержали, на камеру попало. Уже не зря прошло полтора часа нашего вечера. Вон, еще одна гроза приближается, поэтому, наверное, скоро будем, ребята, убегать. И на этом видео закончим. Ну, пока ловят, пока ловится, пока ловим. Я тебя, наверное, по тебе веду, да? Вот подергай свою плетенку. Смотри, видишь? Каждое касание чувствует спиннинг. Смотри. Я думал, сначала поклевка, а это Санька дергает спиннинг. Этот спиннинг каждую травинку чувствует, когда касается. О, есть! Есть. А тут помогать нечему. А ворону съел, смотри. Бери своему. Вот, друзья, окушок Макс вот такой собрал, Макс клюнул. Собрался сушиться, дадим Максу. На воронку. Макс сушит, да, дадим Максу. А уже, друзья, идет гроза, и мы убегаем. И, наверное, на этом окуне мы заканчиваем свою рыбалку. Ну как тебе место?